Привет, дорогой зритель. Сегодня у нас в ремонте монитор Samsung 740N с дефектом. Включается, изображения нет. При включении монитора загорается индикатор питания. Изображение отсутствует, черный экран. Причиной такого дефекта обычно является неисправность следующих компонентов монитора. Первое. Неисправность блока питания по цепи питания инвертора. Второе. Неисправность инвертора. Для выявления и устранения причины дефекта необходимо разобрать монитор. Для разборки положите монитор на стол. Используйте поролонку, чтобы не поцарапать при разборке монитор. Открутите три винта, которые крепят ногу монитора, и снимите ее. Далее необходимо снять заднюю крышку монитора. Крышка фиксируется на защелках. При разборке можно использовать пластиковую карту или плоскую тонкую отвертку. Имейте в виду, что на пластике от металлических инструментов могут остаться следы после разбора. Крышка снята. Отключаем разъем кабеля платы управления. Снимаем экранирующий железку. Отключаем лампу подсветки. Шлейф матрицы. Теперь нужно открутить винты платы блока питания и снять плату. Плата блока питания, она же плата инвертора, это та, которая побольше. Предварительно смотрев плату, сразу же наткнулись на вспухшие конденсаторы. Это не есть норма. Нужно заменить вспухшие конденсаторы. Отключаем разъем и доставим плату. На плате, со стороны дорожек, установлена защитная пластиковая пластинка. Она держится на трех фиксаторах. Отщелкиваем фиксаторы и снимаем пластинку. Номинал вспухших конденсаторов 820 микрофарад 25 вольт. Конденсаторы меняем на более распространенный номинал 1000 микрофарад 25 вольт. Процесс замены конденсаторов тривиален и не требует комментариев. Предлагаю расслабиться и послушать музыку. Кондёры заменены. Ставим плату обратно и проверяем, заработает ли монитор. Монитор отключился. Однако изображений по-прежнему нет. И такое тоже бывает. Ремонтер не проверил, идет ли питание на инвертор, поэтому ему придется опять снимать плату и проверять питание инвертора.
Они инвертора проходят через предохранитель. Предохранитель находится рядом с замененными кондерами. Он похож на резистор в зеленом корпусе. Часто при неисправных конденсаторах предохранители инвертора тоже выходят из строя. Проверяем исправность предохранителя мультиметром в режиме прозвонки цепи. Ремонтер показывает пинцетом место монтажа предохранителя. При прозвонке предохранителя мультиметр должен сигнализировать о коротком замыкании, если предохранитель исправен. В нашем случае предохранитель не исправен, мультиметр показывает разрыв цепи. Номинал предохранителя 2 ампера. У ремонтера не нашлось похожего предохранителя, поэтому он решил воспользоваться эквивалентом в виде медной проволоки. Ток, при котором сгорает эта медная проволока, примерно 2,5 ампера. Ток сгорания медной проволоки был вычислен практически с помощью лабораторного блока питания. Следует отметить, что ток сгорания медной проволоки зависит от величины сечения проволоки. Чем больше сечение, тем больше ток. Следует учитывать, что предохранитель мог сгореть из-за неисправности инвертора. Если это так, то предохранитель сгорит повторно. И нужно будет вычислить причину неисправности инвертора. Вы можете проверить наличие короткого замыкания по питанию инвертора, чтобы избежать повторного сгорания предохранителя. Предохранитель восстановлен. Ремонтер практически собрал монитор для тестирования. Не забывайте держать кулачки и молиться своим богам, чтобы монитор заработал. Молитвы не прошли даром, и монитор заработал. Теперь нужно его полностью собрать и тестировать. Напоминаю, что ремонт считается завершенным, если монитор будет работать более 3 часов без дефектов. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо за внимание. До новых встреч.